Если ты положительно заряжен, к тебе тянется все добро, положительно заряженное. У меня это выплеснулось в выигрыше, например. С утра, да, на сайте купила билетик, выиграла небольшую сумму, потом поехала на работу, там еще несколько раз поставила ставочки. И вечером уже проверила и увидела много ноликов. Я выиграла в лотерею «Спортлото» 5 из 36, 1 миллион 30 тысяч рублей. Честно, я не поверила сначала. Думаю, может быть, какой-то сбой, какая-то ошибка. Позвонила. Мне сказали, ну, если вы видите, значит, да. Думаю, ну, не знаю. Купила билеты в Москву сразу. Думаю, там на месте уже точно узнаю. Я поверила только, когда приехала в офис Тулато, и когда меня встретили как победителя. Думаю, ну, здесь уже не может быть ошибки, значит, да. Значит, победила, значит, выиграла. Ну, на тот момент я выручила сестру, которой нужны были деньги на покупку квартиры. Я ей добавила деньги просто на ту квартиру мечты, которую они хотели с семьей. Я выбираю числа, которые мне близки, то есть дни рождения близких. Какие-то еще, у меня, например, есть дом бабушки, когда там несколько поколений там жили, вот номер 13. Для меня счастливое число. Я им всегда пользуюсь, для меня это, да, он принес вот удачу. Нет ничего примечательного. Просто много положительных эмоций, полученных накануне. Прочувствие было, что обязательно что-то сотворю хорошее. Потому что положительная энергия, конечно, дает какие-то результаты положительные. Что-то создастся обязательно. Когда есть позитив в тебе, обязательно притягивает что-то хорошее. Это я точно знаю. В энергетику верю. Всегда работает. Я верю в удачу, всегда верила и продолжаю верить в удачу. И всем рекомендую, советую верить.